центровые сейчас спускаются вниз. Как только рога пошли, ставим. Ну все. Чесельские тимы в сельской баскетбольной лиге защищают 4 команды, из них только одна мужская. Играют юноши 12-13 лет. Женские команды представлены в 3 возрастных группах. Мы ездили в Чулым, ездили в Коченево, и вот сейчас принимаем эскетим, 2 тура принимаем. Я думаю, что мы еще 1-2 тура примем, вот, а общее награждение по всем возрастам будет 24 февраля в городе Чулыме. Потому что они как бы, ну, в основном организаторы. Зародилась сельская баскетбольная лига в прошлом году в Чулыме. Эскетим принимает участие в этих играх впервые. По правилам, любое муниципальное образование может выставить по одной сборной в каждой возрастной группе. Всего их 3. Конкуренция в этом году высокая. Заявлено более 40 команд. В очередном туре в копилке эскетима 4 победы. Впереди еще несколько встреч, которые пройдут в Чулыме, Коченево и других муниципалитетах региона. Окончательные итоги сельской баскетбольной лиги подведут в феврале 2018 года.